Уже стало традицией, что в каждом параде Победы участвует новая техника. Вспомните, какой фурор произвел танк «Армата» 3 года назад. Тот, кто попал тогда на парад на Красную площадь, мог не только разглядеть новый танк, мог его потрогать. Танки стояли на площади у исторического музея. На этот раз самое интересное было в небе, не потрогаешь. Это истребитель 5-го поколения Су-57 и самая секретная новинка — ракетный комплекс «Кинжал». Это гиперзвуковые ракеты, установленные на истребители МиГ-31. Об этом оружии Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта. Ракета «Кинжал» развивает скорость в 12 тысяч километров в час. Их невозможно перехватить. Ничего подобного нет ни в одной армии мира. Еще одна абсолютная новинка – боевые роботы. 6-тонный робот-сапер выдерживает взрыв до 60 килограммов тротила. При этом оператор может находиться на расстоянии до километра. Показали и новые беспилотные летательные аппараты. Наша армия продолжает крепнуть, а нам добавляет спокойствие. Мы под защитой в нынешней сложной мировой обстановке.